было в Инстаграме. Все по работе. Работаю. Да. Попов, я тебя наберу скоро. Есть к тебе вопрос один. Боринга, привет. Всем привет. Друзья, как же замечательно иметь Инстаграм и прямой эфир, когда тут же ты видишь своих, скажем так, подписчиков и друзей, в том числе онлайн. Всем другу привет, я передаю, это прекрасно. Москва, весна, еду по делам. На самом деле очень много новостей скоро вас ждет. Готовлюсь вас поразить в самое сердце. Надеюсь, что получится. Прекрасно. Ну, уже 4500 нас смотрят. Замечательные люди. Надеюсь, у вас тоже все хорошо. Да, Боря, видел, что вы с Кристиной. Привет, Кристине, большой. Хорошей гастроли, хорошего тура. Скоро мы тоже в Ижевске будем. Готовь пирожки. Вот. Это мы сами уже как пирожки. Да, успеваю читать и рулить. Друзья, сейчас на самом деле в Москве некоторое время, потому что нужно много сделать дел. Новый альбом я уже анонсировал осенью, поэтому записи полным ходом. Скоро вас порадую новинкой, очень скоро, вот буквально через некоторое время. Так что следите за обновлениями, за всеми новостями. И мы с 23-го, по-моему, числа продолжаем тур. Tour the Best. Март, апрель, май. Там даты смотрите. Дальний Восток, Сибирь, Урал. В общем, все, мы везде приедем вновь. Если вы нас ждете, конечно. Вот, так что... Все по делу, все по работе. Вот. Всем привет. Да, спасибо огромное. 2 дня были спектакли. Вчера, позавчера, таланты и покойники. Поэтому я бритый. По мне можно сразу сказать, когда я играю в спектакль «Таланты», я сразу бреюсь. Потому что бородатая женщина – это только Кончита Вурст. Вот. В театре все-таки. Ну, я имею в виду бородатую женщину. Кто видел спектакль, тот поймет, почему я говорю про бородатую женщину. Потому что я в этом спектакле играю 2 роли – мужскую и женскую. Следующий спектакль уже в апреле. Нет, подождите. Вот попал в пробку. Пробки. Опаздываю. Курган, Ейск, Чита, Петрозавод. А, ну, Надежда, Чита, привет. Ох, разные города, страны. Хабаровск. Так, в Хабаровске мы скоро бегом за билетами. Владивосток, Хабаровск, апрель. Ждем вас там. Людьми пообщаться, да, вы узнаете какие-то новые вещи. Вот, потому что я в пробке похудел, долго стоять. Правда, немножко ощущение, что я немножко ту-ту, сам с собой разговариваю в машине. График гастролей на сайте www.сергейлазарев.ру, либо можете покопаться у меня в Инстаграме, там я тоже выкладывал график аж до мая, до июня. Вот. Что? Воронеж. Были мы в Воронеже. Городов и даже стран.
погоні. Нові пісні скоро. До кінця місяця. Сделаю себе подарок на день рождения. Там пусть скачается. И сделайте подарок мне. Легально. Ну что, друзья. Ухожу. Все, пока. Или еще что есть, что спросить? О, Альваро, hi, how are you? Один из танцоров, который и певцов, который пел со мной на Евровидении, сейчас здесь. Альваро, hi. И сегодня у Дженни день рождения. Дженни, happy birthday. Дженни — это девушка, которая была также на Евровидении в нашей команде, которая, помните, ловила солнце. У нее сегодня день рождения, так что happy birthday. Hi, hi, Alvaro. Are you gonna sing this Eurovision from Sweden? No? Друзья. У Альвара, кстати, хорошая песня. Alvaro, I'm promoting your single now. Альваро также еще сольный исполнитель, поэтому у него сольные песни есть. Можете посмотреть и в iTunes проверить, очень прикольные. Вот. Роденко, привет! Comedy Woman. Как дела? Лисите тоже по стране, Alvaro, say hello to the guys. Okay? Hello from Moscow. Ну что, друзья? Вопрос, сколько тебе лет? Посмотрите в этой Википедии, сколько мне лет. Много. О, да, кстати, да, Жень, там мы скоро по Германии едем, ну как-то разогреть, какие-нибудь шутки пошутите. У нас там много концертов, у вас тоже много концертов в Германии, Comedy Woman. И давайте как-то придумайте шутки по поводу того, что вот сейчас Евровидение приедет к вам вновь в Германию в лице Сергея Лазарева. Как-то промоушен устроите. Хорошо? Alvaro, I hope to see you soon again. Maybe I'll come to Stockholm again. Or you can go, you can come to Germany, because we have a tour in Germany in May. So, like 6 dates, I think. So, maybe you will come to visit us. It will be great to see our show. О, вот еще вопрос. Напишите, сколько вам лет. Просто не знаю, кто меня читает. Взрослые люди или дети? Или те и другие. Двенадцать, двадцать один, двадцать шесть. Bye, Alvaro. See ya. In chat. Тридцать пять, двадцать один, двадцать один, шестнадцать, двадцать шесть. Что-то не пикает. Что?
трансляцию мы смотрим. Сидя соседнего столика. 17, 31, 35. Разные возраста. Прекрасно. Замечательно. Окей, а какая самая любимая песня в исполнении Сергея Лазарева? Вот, давайте-ка встроим кого-то. На. Breaking away. Весна. Очень приятно, что весна вам нравится. Мне тоже нравится. В самое сердце. The only one. В самое сердце. 7 цифр. 7 цифр. Цифра пишется через и. Так, во всяком случае. Если я тут кто-то к нам вновь подключился, спрашиваю, какие песни вам нравятся в исполнении Сергея Лазарева. Пишет, что я самый лучший певец. Лучший пишет без буквы Т, но с буквы Ч. Вот так, через У. Я тут сегодня урок русского языка. Я сам иногда тоже ошибаюсь. В бахах пишу, например, и могу все пропустить. Но всегда найдется человек, который скажет, что ты допустил эту ошибку. Что, без грамма? Ну, сам пишешь, я уже на 2 минуты опаздываю туда, куда я должен приехать. Если меня сейчас смотрят мои коллеги, я мчусь к вам просто чуть-чуть. Да, Камил, что? Привет. Да, пишу сейчас. Я прослушал такие длинные сообщения, мне были, что я уже пока слушал, уснул. Так. Ими сердца, you are the only one. Что же ты делаешь? Красный свет. Ой. Насколько я пунктуален? Как видите, не очень. Вообще пунктуален. Друзья. Хватит уже, спой. Я отдыхаю от пения. Подождите, что смешится. Все, что мне сипит тут вам. Давай, до конца спектакля играл. Надежда, я немножко вот так могу. Чуть-чуть вот так могу. Спеть песенку. О, Даня, договорились. Не сделал тебе тоже. Данила Величко. Известный фотограф. Который всегда фактически делает все мои обложки и все афиши. Теперь что за накидочка? Это накидочка, капюшон. Капюшон он просто. Если
меня Лады Калины, конечно. Я на ней сейчас еду. Лады Калина. Какую роль я играю в жизни Фигаро? Отгадайте с трех раз. Сегодня 10 месяцев со дня финала Евровидения. Да, надо выбить еще на лбу 14 мая. Да, я послужил, прошел год практически. Приятно, что постоянно 5500 целых смотрят. Ну, может, конечно, было больше. Но надо, наверное, об этом говорить специально. Марта кто-то пишет, мое день рождения. Не мое, а мой день рождения. День рождения, он мой. Мой день рождения. Уроки русского продолжаются. В Москве аж 10 градусов уже, ничего себе. Трансляция, мне кажется. Ну, ладно, все делать нечего. Еду в машину. Окей. Ладно, раз вопросов больше нет, дабы с вами прощаюсь. До встречи вновь, тем более зеленый свет. Вроде как я поехал. Все, хорошего всем дня. Увидимся скоро. Новая песня скоро, новый клип скоро. Скоро увидите, все, ждите. Bye-bye. Счастливо всем. Совершенно.